Справа от места это Иван Соловьев. Сегодня он отодрался в ничью. И сейчас мы узнаем, почему. Приветствую. Первое, что хочу спросить, это ничья, довольно редкое состояние решения в ММА. Расскажи, чего не хватило, чтобы забрать поединок? Да. Месяц не спринговался. Чуечка пропала, вот эта тонкая грань стерлась маленько. Поэтому... Расскажи, когда объявляли, ну, ничью, что ты думал? Ты победил, проиграл, какие были мысли? Вообще думал, что выиграл, потому как считаю, что первый раунд забрал, в третьем раунде больше попадал. То, что там где-то у клетки контролировал, там абсолютно ничего это не значит, потому что у клетки, когда он меня контролировал, работал я, как правило, колени, удары в голову, он статично просто стоял и все. Расскажи, будешь ли ты просить у организаторов турнира реванш, потому что, по сути, ничья – это такая незаконченная история. Буду рад, если будет такая возможность реванша. Ты можешь сейчас воспользоваться нашим микрофоном и попросить? Давайте сделаем это. Да, Алекс. Я сейчас 5 минут отдохну и готов. Отлично. Поздравляем. То, что не проиграл, это уже хорошо. И бой был клевый, так что надеемся, увидим реванш тоже на RCC. Спасибо тебе. Ставь лайк и подписывайся на канал. У нас много всего интересного. Но если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которую вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.